Думаешь? Да, да, там шоу мальчиков. Молодец, ну, молодец. Как ты хорошо машешь. Прям в ушах звенит, как там. Так малыш хорошо машет, да? Да. Молодец. А? Не знаю. Наверное, потому что остановочка была у всех участников. Это потому что я вошел один раз в одном цвете. Вот белый закончится, белые рукава закончится, все. И будешь махать, смотри. Я просто мигаю один раз в одном цвете. А вот опять белый Не ёрку папу за уши. Мне и так трудно тебя не снижать. Держись, колосу. Ух ты! Малыша, чуть не поймала тетя. Да? Да? Хотела поймать её? На него флажок наклонила. А-а-а. И тоже, наверное, помахала. Подожди. Водичку, водичку. Малыш. Малыш, пока нет, пока нет. Сейчас почему? Посмотрим шествие, а потом попьем водичку. Я устал. Ты даже сидеть у папы на шею устал? Даже сидеть у папы на шею стал? Сейчас тебя спущу. Хочу домой, папа. Ну, довольно живописная речь, смотри. Красиво, да? Нарядные. Здесь путешествия немножко разные. Там был маскарад, а здесь идут люди выступать. Да. Элва. Элва Кая. Ага. Женский хор. Да, малыш, ты им когда машешь, им очень приятно все. Пока маши каждому новому цвету. Ты меня трясешь. Я сейчас тебя сниму. Хочешь снимать тебя? Ну, держи. Сними, я его в тень спрячу.
Так, сыночек. Ириша? Малыш? Поможешь сейчас? Встал? Ну хорошо, малыш так хорошо махал. Ножки отсидел, да, видишь, малыш. А откуда они вообще взялись, Ириш? Там было так мало народу? Там было много, мы же все обходили, они так... Да нет, ну... А-а-а. Я думаю, они еще подошли потом. А вот смотри, Латвия точно, и я обратила внимание, малыш. Они приехали тоже... На... Смотри, какие орлы идут. Я нет. Да пусть сидит, ничего страшного, Ириш. Смотри, а сейчас пошли мужчины. Да. А смотри, пошли мужчины. Сначала женщины пускали. А вот они там где-то на площади. Не-не, бросать на землю нельзя. Маш, нет, не, Маш, не уходи. Малыш, подойди ближе к маме сядь. Сыночек, сядь на мой рюкзачок, пожалуйста. Ксюш, попринеси. Нет, не надо. Они выходят с Радужной площади, Ириш. Это не те были. То есть они, у них... Женщины стояли прямо, частично, да, частично там. Малыш, ну ты плохо сел, ну с кубкой надо было на рюкзак сесть. Вот опять девушки.
Рингикор, смотри, рингикор. Кор. Кор, кружок. Кор ринги, да. Ну, какой-нибудь круглый. Круглый, не знаю. Круглый кор. Я тоже хочу кор. Милая. Вот, смотри, сейчас оркестр будет. Начинается самое лучшее. Или назад. Все, обратно. А он бежит. Давай, малыш, пошли. Я шучу, Ириш, конечно, нет. А видишь, смотри, там школа тамная. Да. Они уже были. Правда? Ну, да. Ну, может, был другой город и школа, но там уже был. Не жили? Ну, я не видел. Да. Может, там был хор мальчик. Нет, нельзя. Ну что, смеешь, что ли? Вот когда пауза побольше. Видишь, пока они будут беспокоиться, что из-за тебя там не сделают. Я же думаю, что там будет какая-то идти чудеса. О, смотри, малыш, какой лев, лев. Точно, это лев. Вот. Это полицейский лев, вы видите? Вот это да, полицейский лев и полицейский. О, полицейский хор, да? Вот это да. Снимаешь? Да. Тогда буду еще раз брать. Сверхи такой. Эла Гурме! Ю-ху! Как они в городе помещаются? Ир, нельзя. Малыш. Малыш, нет, пока нет, пока нет. Иди сюда. Видишь, все идут друг за другом. Даже полицейский уходит. Малыш, я тебя
тебя нет пуска, мало тут мест, и понимаешь, они из-за тебя все затормозят. Это нам ни к чему. Не будем им мешать. Там была большая. Это не очень красиво. Вообще не красиво. Бегай, ну как бы так, когда ты мешаешь. Вот смотри, какой платик. Да, в кольчуге. Тарту, Франция, папа тебе это разрешит перекрыть? Нет, нельзя. Да, все понял, все понял. Давайте. Thank you.
Видишь, дети пошли. Папа, ты там сними, пожалуйста. Перед машиной? Нет. Нет, нет.